Всем привет, ребята. Я тут насобирал 50 тысяч золота, вот как видите. И сейчас плыву к теневому торговцу, хочу у него купить темную королеву душ. Это новое судно. Так, сейчас подбегу, быстренько куплю. Очень интересно, что это будет за судно, чем оно будет отличаться от простого корабля этого королевы душ. Так, теневой магазин. Смотрите, вот она, королева темной души. Есть еще царственная провиденция, это я попозже куплю. Так, покупаю это. Это судно будет иметь урон и защиту от мороза. Точнее, не урон, а защиту от мороза и от огня. А простое судно защищает только от мороза. Так что очень даже классно. Так, покупаем. Есть, купил. Где она у меня? Вот она. Так, заодно сейчас обмен теневых дел приму к квест. И сейчас он должен сразу выполниться. Есть. Так как у меня теневое дело есть уже два штучки. Принимаем. Выполнено. Таким способом можно быстро собирать на марке. Вот, смотрите, обменивайтесь теневыми делами. Нам дают классный ящик. Принимаю. Все. И куплю в теневом магазине тенистый ящик. Три ящика. Так, почему три? Сейчас попробую еще добавить. Ага. И четвертый. Все, ребятки. Это я отвезу тенистые ящики на лесной остров магазин продавать. А сейчас я поплыву на свой остров, чтобы поставить новый корабль. Прям уж вообще очень не терпится посмотреть эту темную королеву душ, чем она будет отличаться от простой. Так что, ребятки, я пока поплыл. И увидимся на моем острове. Так, я приплыл на свой остров. И сейчас буду запускать на воду темную королеву душ. Ну, вот так, пожалуй, не знаю, каких она размеров будет. Ну, давайте, ребятки, поехали. Ух ты, красная. Смотрите, та королева душ. Синяя, а это красная. Офигеть, красота какая. Черные паруса, я даже не заметил. Это же вообще шикарно. Сейчас припаркую. Так, у нее 12 500 жизни. Это вообще вес такой же, к сожалению, но ничего. Черные паруса, смотрите, офигенно, красота какая, а? Так что советую, конечно, купить данное судно. Вообще все судна в игре хороши по-своему. Просто прекрасно. А? Вот она, королева душа. Так, ребятки, жалко, что ночь наступила. Но вот сейчас теневый ящик за теневые дела. Сейчас поставлю, покажу, что падает с него. Вот, точильный камень 3 уровня и, самое главное, омни-кристаллы, которые нужны для омни-ядер. Очень хорошая вещь. Так,
Вот как раз огни ядра у меня 37 штук. И поплыву тогда. У меня квест есть «Смертельный океанский форт» на новом судне, на темной королеве душ. Попробую там все размочить. Но это, пожалуй, будет, наверное, в другой серии. Так что всем спасибо за просмотр, ребятки, и всем пока-пока.